Здравствуйте, товарищи. Начинаем очередное заседание кружка. И в этом году мы взялись за очень сложную задачу. За то, чтобы разобрать учение о сущности. Вот эту задачу мы уже пробовали решать в прошлом году. Пытались ее разгрызть, но можно сказать, что это пока были, так сказать, предварительные походы в горы. И эти походы пока еще не увенчались успехом. По крайней мере, вот обычный ход занятий такого рода, что я там спрашиваю товарищей, так сказать, рассказываю, как это получается. Вот это уже у нас не выходило. Не выходило из-за, я бы сказал, необыкновенной сложности материала, который в учении о сущности. И сложность связана не столько с самим материалом, сколько с непривычностью для нас. Настолько непривычно это изучение в сфере сущности, даже более сложно, чем учение понятий. По той простой причине, что здесь все надо брать с отрицанием, поскольку состоялось снятие бытия. Да? Ну, раз состоялось снятие бытия, значит, всякий раз, когда какое-нибудь бытие появляется, это то есть то, на что падает наш взор, то, на что падает наш взор, и то, что становится непосредственным объектом рассмотрения, как называется в философии? Нет, называется не так. Наш, если взор, это сущее, то, что перед нами непосредственно. Сущее. Где это то, что есть? А оно есть и без того, чтобы оно было непосредственным. Вот там есть вот другие комнаты, они непосредственно. А это непосредственная комната, на которой мы. Хотя вот я вот заметил уже во многих философских произведениях, в том числе и философских диссертациях, люди без разбора употребляют сущее, бытие. Сущее – это то, что непосредственно. Вот сейчас вот наука логики здесь у меня, учение о сущности, это сущее. Вот. А у меня есть другие томики, они есть, но они не сущие сейчас. А как быть о существующем? Это не надо забивать голову тем, что мы не знаем. Вот вы такой умный, вы много знаете, а я знаю мало, знаю про сущее. То есть я вот не могу на него. Я не могу на него вопрос ответить. Вы сразу, так сказать, берете близкое по звучанию. Оно хоть 100 раз близкое, но это другое. А сразу две мысли решить. Это вот трудная задача. Давайте одну вот решим. Вот сущее — это непосредственно. Это такое бытие, которое перед нами непосредственно. Ничем непосредственно. Никакими разговорами, никакими рассуждениями, что оно тоже есть и так далее. Вот есть перед нами сущее. Вот то, что мы хотим увидеть, ведь мы хотим разобраться с учением о сущности, да? То есть и вот мы вроде хотим разобраться, начинаем понимать, и то, что мы разглядываем, та мысль, которая разбирается, та категория разбирается, она, потом мы замечаем, что она выступает не как сущность, а как бытие. То есть не как сущность. Не попали. А нам надо ее как сущность рассматривать. Значит, мы тогда пытаемся взять отрицание. И когда мы взяли отрицание и успокоились, вот теперь мы это правильно рассматриваем, когда это отрицание мы начинаем рассматривать, раз мы его рассматриваем, оно опять не отрицание, а что? Сущее. А раз сущее, оно снова бытие. И что делать в этой ситуации? Я вот многократно перечитывал начало вот этой учения о сущности. Ну, пересчитывал, но именно с целью, как это все-таки излагать, учитывая, что у нас кружок, и, скажем, ну, мои функции не сводятся к тому, чтобы просто спрашивать: Кирилл Ильич, давайте рассказывайте, и все. Вот он не расскажет, да, вот, Валерий Александрович, и так далее. То есть, вот как это излагать, вот, и вы помните, конечно, из конспекта ленинского «Науки и логики», где Ленин говорит, что движение от ничто к ничто, пожалуй, этого не может быть. Ну вот если от ничто к бытию, это понятно. А от ничто к ничто. Но то движение логическое, которое здесь может быть, оно только и быть, может быть от одной категории сущности к другой категории сущности. А сущность – это снятое бытие. А что значит снятое? Что такое снятие, Константин Константинович? Снятие. Скажите, пожалуйста, что такое? Снятие. Это отрицание с удержанием. Вот, а я обращаю внимание на то, как совершенно правильно сказал Константин Константинович. Не удержание с отрицанием, это будет не то, да, а именно отрицание с удержанием, а короче. Короче. Конечно. Отрицание с удержанием, короче. Вот молодежь требует короче. Отрицание. Да, вот. А если отрицание, то ничто. Правильно? Поэтому категория сущности имеет вид ничто. И движение, следовательно, идет от ничто к ничто.
Если бы оно шло от ничто к бытию, то было бы некое второе бытие, другое наличное бытие, потом два конечных, потом между ними граница, потом предел и долженствование, и мы бы вернулись бы к старой истории, которую мы завершили, закончили. Все, мы сферу бытия прошли. Это не значит, что не так уж полезно снова к этому вернуться и почитать, но это просто логически будет то, что относится к сфере бытия. А здесь мы взялись изучать сущность и возвращаемся просто назад. А мы должны пойти вперед. Поэтому здесь, несмотря на то, что вот Ленин сказал, что «пожалуй, не может быть», но он сказал «пожалуй, не может быть». И это «пожалуй» составляет отрицание. Потому что если оно не может быть, это одно дело. А «пожалуй, не может быть» – это значит некое сомнение. А сомнение – это отрицание на самом деле. Даже в этом высказывании есть это отрицание. А здесь мы однозначно видим в «Науке и логике» Гегеля, что движение от ничто к ничто. И никак иначе. Это во-первых. Во-вторых, здесь, чем, так сказать, знаменита эта тоненькая книжечка, вот эта часть учения о сущности, то, что здесь речь идет о самодвижении. Впервые идет, начинается идти речь о самодвижении. И, а раз о самодвижении, это то, что вот мы хотим понять. Это самодвижение всего, чего и что есть. Все, все в самодвижении находится. Не внешний толчок какой-то. Вот сейчас вот я толкнул ваш телефон, он двинулся. А самодвижение вашего телефона, вот я его не толкаю, смотрите, там все это, цифры идут, я вот сейчас вижу вас все время. А учение о бытии разве нет самодвижения? Нет. Как там там переход в другое наличное бытие все время. Другое. А здесь, и вот когда мы дошли, там до для себя бытия, что такое для себя бытия? Это не такое эгоистическое бытие, что я только о себе думаю, только для себя. А нет другого. Нет другого. А раз нет другого, это констатируется, ну, когда нет другого, значит, для себя бытие. То есть, чтобы это стало для себя бытием, надо, чтобы оно как бы охватило все поле логическое. А все поле оно охватывает, когда уже нет границы. Когда мы рассмотрели бесконечное, и бесконечное вобрало в себя конечное, и бесконечное в единстве с конечным, и поэтому нет другого, кроме бесконечного, есть только бесконечное, а тогда оно для себя бытие. Но такое бесконечное, которое своим моментом содержит и конечное. Все содержит. Оно для себя бытие, все в нем. И вот вы увидите, что здесь эта категория для себя бытия постоянно повторяется. Сущность – это для себя бытие в этом смысле. Тут нет ничего, кроме, если вы сущность рассматриваете, какое иное, какое второе. Вы внутрь забрались уже бытие. Иван Михайлович, какое второе бытие? Ни о каком втором бытии речи быть не может. Мы прошли через бытие, чего хотите. Любое бытие, вообще через все бытие, и углубились в сущность. А раз в сущность углубились, она для себя бытие, а не для того, чтобы мы снова выплеснулись на поверхность. Но, как вы понимаете, бытие-то не пропало. Почему не пропало, Константин Александрович, не пропало бытие? Бытие не пропало? Да. Это как бы связано с прежним вопросом. Потому что оно снято. А раз оно снято, то оно, значит, не просто отрицается, оно и удерживается. Где? Чем оно удерживается? Отрицанием. Вот пример. Вот я, Денис Борисович, отталкиваюсь. Если я его отталкиваю, то что я делаю? Я к нему присоединяюсь. Потому что если бы я не отталкивал, я бы как бы вот изолировался от него. А вот теперь я от него совершенно не изолируюсь. И вот этим отталкиванием мы соединяемся. Вот там, обратите внимание, там интересно очень, когда он говорит... Это из сферы бытия пример. Не только, но это из сферы бытия пример. Сила абстракции. Но вот те категории, которые есть в учении о сущности, они, вот всякое... Вот скажите, пожалуйста, борец, если он не борется, он борец или нет? Нет. То есть вот два борца, они вступили в борьбу. Ну еще вот подошли, встали. Уже свисток есть. Он борец в себе. Вот он борец в себе. Ага, он не борец. А когда он борец? А когда? Когда его другое отрицает. То, что он борется, это понятно. Он хочет быть там или хочет побороться. Но другой должен тоже его отрицать. Только когда он отрицается, тогда он... Вот это уже пример близкий к сфере сущности. То есть не тогда, когда он вот отрицает, а так еще, вот я вот на вас нажимаю, но вы-то на меня тоже нажимаете локтем. Все-то видят, что вы тоже нажимаете. Вы же сразу не падаете, а упираетесь.
раз вы упираете, значит, вот тогда я только на вас нажимаю, когда вы на меня нажимаете. Я магию физики знаю из сферы бытия, что сфера действия равна силе противодействия. И так не может быть, чтобы кто-то на кого-то нажимал, а обратного бы действия не было. И поэтому вот я хотел тут некую панораму, так сказать, осветить нашего движения дальнейшего. Потому что почему мы вначале тут застреваем, мы стараемся задерживаться, потому что мы должны понять, как будет идти вообще общее движение во всей вот этой книжке. А вот он излагает очень коротко, предисловие Гегель. Очень коротко и, можно сказать, даже понятно. Даже не предисловие, это вот такое введение без заголовка. Где написано в конце, сущность, во-первых, сначала выступает как видимость внутри самой себя. Почему внутри самой себя? А потому что нет ничего другого. Поэтому это слова внутри самой себя. Слова внутри самой себя. Ничего другого не означает, кроме того, что нет, а нет ничего другого, поэтому и внутри самой себя. Иначе говоря, есть рефлексия. А рефлексия это, так сказать, получается, раз это внутри самой себя, раз нет перехода в иное, значит, есть переход со снятием перехода. Переходит и остается у себя или самой собой, но переходит, но остается. Все живое. Так она имеет видимость. А? Не есть видимость, а имеет видимость. Она-то имеет видимость, но видимость есть видимость, сущности. Видимость. Или сущность? Или сущность? Видимость. Нет. Ну как? Как нет? Ну, бытие или что-то видимость? Не видимость бытия, а видимость это... Бытие, а бытие – это видимость. Но бытие – лишенная сущности, видимость. Да. Так здесь говорится не видимость бытия, а бытие – видимость. То, что вы, к вам кажется бытие – это только видимость. Денис Борисович. Вот думаете, это бытие, а это видимость. Почему? А потому что сфера бытия исчерпана. И всякое бытие, которое здесь появляется, вы должны взять как с отрицанием. Согласны? Вы же бытие где взяли? Где вы нашли его, это бытие? Скажите честно. Сущность. Сущность. А раз сущность, вы нашли его в снятом виде. Как отрицание. То есть бытие, но как момент. И вот, если вы будете это вот самое начало читать внимательно, вы обнаружите, что тут вот два момента у этой сущности, которые здесь рассматриваются. Здесь два момента рефлексии. Бытие, но как момент. То есть бытие с отрицанием. И отрицание, ну, отрицание равно само себе. Оно себя удерживает. Вот отрицание. Сущность себя удерживает прочно. И не равно сущности. Ну, раз удерживает, значит, оно равно. А раз оно, а как оно может быть равно? Только через отрицание. То есть оно себя же и отрицает. То есть тут вот такого спокойствия, чтобы вот оно бы просто вот было равно самому себе и было отрицанием. Тогда бы оно прочно было бытие. А раз оно... Вы можете сказать, что отрицание есть? У вас язык поворачивается в сфере сущности, сказать, что отрицание есть. Есть, так это уже бытие получается. Значит, язык не должен ваш поворачиваться насчет того, чтобы отрицание есть. А что вы скажете про него тогда? Вот оно, он и начинает изобретать. Отрицание удерживается. Нельзя говорить «есть». То есть как говорить о сущности, не залезая обратно в бытие? То есть вы уже голову туда окунули, внутрь, так сказать, в глубину. И что вы хотите каждый раз вылезать и начинать сначала это самое бытие? Вот такая здесь ситуация. Значит, что? Ну, поскольку здесь бытие все время присутствует, как оно присутствует? Раз оно в снятом виде есть. Так? Раз оно есть в снятом виде, оно есть, но в снятом виде. Но мы же о нем говорим. Дело в том, что дело не в нас, что мы о нем говорим. Мало ли, вы можете о нем помолчать, и я могу помолчать, оно все равно есть. Но в снятом виде. Вот нельзя говорить о нем, что оно просто есть. Можно говорить, но надо всегда добавлять, что оно есть в снятом виде. Оно есть только с отрицанием. Но раз оно все-таки есть, то оно, вот то, что есть, оно постепенно будет прорастать. И вот вся эта книга посвящена тому, как прорастает это бытие, прорастает через сущность и все время укрепляет себя. И вот тогда вот идет три такие этапа. В своем движении она, кто она, сущность, полагает себя в следующих определениях. Первое. Как простую в себе сущую сущность в своих определениях внутри себя. Вот это у нас самая большая сложность представляет. Когда мы простую в себе сущую сущность изучаем, это нам совершенно незнакомо. И это вот все мы говорим. Так она сущая. В себе сущая. А в себе сущая. Да. А раз в себе сущая, это равная себе, да, в себе сущая сущность.
а не, он, не по отношению к нам. В своих определениях внутри себя. Второе, как переходящее в наличное бытие. О. Да, но как не перешедшее, Иван Михайлович, а переходящее. Видите разницу? Но вот тут как только не то слово возьмешь, все попался. Переходящее вот. Все переходит и переходит. У вас как идет дело? Нормально идет с разработкой? Переходит. Все переходит и переходит, и переходит. Вот мы лечимся. Да. Как переходящее в наличное бытие, иначе говоря, сообразно со своим существованием и явлением. Вот когда мы доберемся до существования, а существование это что такое? Это такое бытие, которое есть в условиях, а не его отрицание, правильно? Они же сами-то не бытие. В условиях, как они внешнее проявление сущности, эти условия. И вот когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Вот мы до этого когда доберемся, получается, что вот так получится. Со своим существованием и явлением. Вот у нас существование будет один раздел, а явление другой раздел. А когда мы можем сказать заранее, что явление – это такое бытие, которое тоже не будет приниматься так за чистую монету, тоже надо брать с отрицанием, говорить, ну хорошо, явление нам понятно, оно есть, а сущности в чем? Так явление, что более сложное, чем существование? Естественно. Следующая категория. Существование – раздел, потом будет явление. А сущность, а в чем явление? В чем сущность явления, Борис Николаевич? В чем сущность явления? Я вам сказал. Валерий Александрович, в чем сущность явления-то? В законе. Да, вот, Игорь Валерьевич, правильно сказал, в законе. Поэтому говорят, вор в законе. Это сущность вора. Он уже для него спокойный. То есть он уже стал профессиональным вором. Не случайный вор, стибрил и все. А он вор в законе. Он так, это образ жизни, он так будет жить. То есть его спокойно в нем, что это вор. Даже если он сейчас не ворует. Он временно не ворует. Временно он сейчас сидит. Потому что когда он сидит, как он может воровать? У кого? У сокамерника кто-то ворует. Как звание профессора. Да, как звание профессора. Оно есть еще. Есть ты, преподаешь ты, не преподаешь. Живой, здоровый, все равно есть звание. Как дворянское звание, точно так же. Так. Так вот, переходящее на личное бытие, иначе говоря, собрано своим существованием. И вот это удвоение тут появляется. Если тут они вот еще в первом разделе, мы все время видим и то, и другое, два момента. Они как бы на равных. Бытие но с отрицанием, бытие как момент. И отрицание, но как удержание. Раз вы на него смотрите, на отрицание, вы смотрите на это отрицание? Которое не бытие, а отрицание. Лучше не бывает. Как мы на него смотреть? Как мы на него посмотрели? Умственным взором. Ну, вот, бытие, ну, значит, оно есть. Ну, оно есть. А раз оно есть, значит, оно не отрицание, Иван Михайлович. Значит, вот. Вы отрицание тоже должны взять с отрицанием. Значит, отрицание можно только взять с отрицанием. Мало того, что бытие должны взять с отрицанием, еще и отрицание должны взять с отрицанием. Теперь это одна тема. Отрицание и все утверждение. А вот утверждение, но утверждение здесь недопустимо, потому что оно снято. Значит, и опять надо смотреть. И получается, что у вас бесконечное, движение. Нельзя остановиться и сказать, ну все, спокойно здесь, все вот всем спокойно. Нет этого спокойствия, нет тут нигде. На самом деле его и нет. В жизни вообще никакого абсолютного спокойствия нет. Или у Гегеля есть такое выражение, спокойствие, как равное самому себе постоянное беспокойство. Во. Ну, или как песня поется, и вся-то наша жизнь есть борьба. Это спокойствие в этом состоит. Вот тот, кто привык к борьбе, он спокоен. А вы смотрите, вот люди, которые на войне, они спокойнее. Причем играют на гармошке, убивают там людей, между прочим, много. Ну, посмотрите, какие спокойные люди на войне, какие сейчас нервные в мирное время. Сколько они нервничают, так нервничают, как будто прямо кругом снаряды рвутся, а ничего не рвутся. Поэтому, ну, когда люди, так сказать, как-то настроены на то, что идет борьба, и постоянная борьба, то же самое это касается, допустим, политической партии. Если политическая партия собирает всех тех людей, которые настроены на то, что они всю жизнь будут вести борьбу
за интересы того класса, которому они служат. Так? Еще тогда удивительно в том, что кто-то будет оказывать препятствия, а кто-то наоборот не будет, потому что тем, кто борется, некоторые лучше отходят в сторону, лучше с ними не связываться. Я, например, вот это вот ощутил в своей жизни и деятельности. Одно время мне по молодости со мной все сражались, а по сейчас постараюсь как-то обходить, не сталкиваться, потому что себе дороже будет. Вот, поэтому это вот и переходит в спокойствие в обычном смысле слова, в том смысле, что не налетают-то. Силу набрали. А сила направлена, набирается к чему? Где в борьбе? Потому что в борьбе набирается опыт, в борьбе набираются приемы. И люди, которые постоянно борются, для них это, ну, как бы привычка, они спокойны. Почему спокойны? Потому что все время и завтра будем бороться, и послезавтра. Что тут беспокоиться-то? Не сомневайтесь, и завтра будете бороться, Константин Иванович, не расстраивайтесь. Будет над чем и будет с кем. Над собой будем работать и так далее. Вас обошли как крепость. Да. Нет, вы остались в тылу противника. Нет, вот да. Не сказать так. Не сказать. Я, во-первых, из тыла, во-первых, не выходил этого противника. Вот, поэтому у меня тут такой мощный плацдарм, кто я развиваю, никто не мешает. Мне абсолютно не мешает. Так, сущность, которая едина со своим явлением, а это как называется? Которая едина со своим явлением. Действительно. Это действительность. Вот это вот изложено, ради чего это все, вот эту книжечку изучать. Но такие категории, которым просто основная масса, я бы сказал, обществоедов, вообще не владеет. Они где-то на уровне категории там, бытия, есть, нет, есть и все. А вот этим они не владеют. Ни явление, ни существование с бытием путают. Но это мы еще, как говорится, предупреждаем уже при изучении бытия. Не надо тут говорить про существование. Это дело второй книги, не лезьте сюда. Это другой вопрос. Давайте, вот бытие есть и все, давайте. А существует, то, что вы есть, это мы знаем. А существуете, это еще вопрос. Это еще большой, очень большой вопрос. Это надо выяснять, а есть ли условия для этого. Вот. И что является вообще условием. Люди путают условия, собственно, с тем условием, чего они являются. Вот, например, что является условием записи вот этого занятия кружка? Во-первых, наличие товарища Степана Степановича Сантоника, который осуществляет запись. Или другого записывающего. Но в данном случае конкретный совершенно кружок, конкретное занятие, конкретный человек. Во-вторых, Степан Степанович должен быть вооружен соответствующей техникой. Два. Это второе условие. Нет этой техники. Он, может быть, 100 раз нас записывает только карандашом. Третье идет условие, это, ну, надо, чтобы тут был воздух, потому что если воздуха нет, то никакого разговора с моей стороны. Но рот у меня будет открываться и закрываться, и все его увидят, будет. Умрет. Это вы сразу умираете, я долго буду ртом шевелить, Иван. А все будут думать, что идет занятие крута. Да. Теперь... Потому что звук передается, как известно, через воздух. Ну, а эта вся штука построена, так сказать, на электрических колебаниях и дальше на радио. Поэтому вот это тот звук, который идет через микрофон, у нас идет через радиомикрофон. Поэтому если, скажем, забарахлит какой-то из этих приборов или что-то будет, так сказать, вот помехи будут, вот здесь радиопомехи, то уже меня слышно не будет. Поэтому вы говорите, как вот это дело задробить или затормозить, можно очень просто, вот запустив обычные радиопомехи. Но тогда мы можем протянуть провод, и будет микрофон проводной, уже не получится номер. Короче говоря, тут много всяких условий. Но это все не сущность занятия, а сущность занятия – вот то содержание, которое мы пытаемся понять. Так, и кстати, такие понятия, как там форма и сущность, форма и содержание. Содержание оформлено, форма содержательна. Вот все вот эти вещи, они тоже находятся в сфере сущности. То, чего люди не усвоили. Почему люди не усвоили? Потому что это диалектические вещи, а люди, ну, в своей практике метафизические. А почему так получилось? Потому что вот первые же шаги делаются в логике. Мы сейчас говорим, это наука логики. Логики. И если человек закрыл себе дорогу к исследованию противоположностей, то есть когда не допускает противоположных утверждений одновременно, он сразу у этих вещей больше он уже замечать не будет. Они на дороге встречаться не будут. И поэтому первая категория, где развилка идет между формальной логикой и диалектикой, которая включает в себя, естественно, формальную логику, все наши рассуждения, они формально-логические, только мы и один вывод делаем формально-логический, и другой противоположный делаем.
Но мы, как только мы сформулировали категорию становления, то в становлении есть же здесь сразу уже два противоположных движения. И эти два противоположных движения должны будут проявляться на всех этапах нашего рассмотрения во всей книге «Наука логики» до самого конца. Правильно? Да, сейчас, что люди инстинктивно метафизики, вы хотите сказать? Да. Да. А нет, нет, люди на практике, все люди практики инстинктивно диалектики. А все люди умственного труда, несмотря на то, что они такие вроде знатоки, обученные все, они на практике, то есть они в деятельности своей, они метафизики, формальные диалектики. И то, что в математике совершенно не является никаким минусом, потому что математика и развивается в рамках этого. И высшая математика. И высшая тоже. А бесконечно молодая. И бесконечно мало, там все формализовано сейчас. Что вот понятие предела, что там такого, такого диалектического? Ничего, там только бесконечно малая величина. Да бесконечно малая величина, это не величина. Вот и не величина. Вот в том-то и дело. Это не диалектика. И что? Ну и что? Бесконечно малая величина имеется в виду последовательность. Или, или другое движение. Да, последовательность. Потому что, ну, там уже в определении предела в математике, там есть две бесконечности для любого, сколь угодно малого числа. Нет, для уже последовательности, функции само собой. А уже далее для предела последовательности, для любого, сколь угодно малого числа эпсилон, найдется такое n большое. Вы каждый раз будете брать все меньше, а там будете все больше брать n, и все. И каждый раз вот это вот эти две бесконечности присутствуют в одном определении. Но определение формальное. Формально-логическое, там все закончено в этом определении. И его заучивают просто, может задолбить. И до него не дошли ни Лейбниц, ни Ньютон. И поэтому Гегель писал, что ну там это хорошее, они открытие сделали, дифференциальное вычисление, оно пока еще не оформило себя. Еще вторая бесконечность, где там первая существует, ой, для любого, а вторая... Есть эпсилон бесконечно мало. Найдется такое большое. N большой. Вам же для каждого эпсилона придется искать N большой. Ну, понятно. А почему? А потому что бесконечно мало идет стремиться к нулю, а это стремится к бесконечности N большой. N большой, а какой бесконечность? Ну, стремится к нулю бесконечно в этом смысле. То есть оно не к бесконечности стремится, а к нулю. Ну, бесконечно. Два бесконечных движения там присутствуют. Каждый раз весь хвост должен уложиться, весь хвост последовательности уложиться в это бесконечное мало. А вы ее уменьшите, тогда все равно хвост бесконечный. Все равно каждый раз хвост бесконечный. Точно так же, как, скажем, вот там математики говорят, что мощность отрезка 0,1 эквивалентна мощности всей числовой оси. То есть можно установить однозначное соответствие между 0,1 и все проигрывать на 0,1. Вот. И, скажем, то, что мы там говорим о числах, там, то это мы там говорим, там, рисуем просто ось. А вот я видел такую книжку, не читал. Зенона Боревич Шафаревич, двоих авторов. Вот такой толщины. Теория чисел. Вот это все развивается там на этой самой оси, на которой, как известно, двух соседних точек нет. Но это мы ушли от диалектики. То есть в формальной логике есть что изучать и много чего изучать, но если человек с самого начала запретил противоречия рассматривать, то он, так сказать, уже к этому не придет. А если он их разрешил, то еще он к этому не придет по другой причине, потому что до этого надо дойти. Надо еще идти. Идти еще сюда. Там есть соседние точки. Я еще раз говорю, напрямой нет соседних точек, напрямой. Можно сейчас учиться? Нет, напрямой. Напрямой нету двух, потому что две соседние точки между... Дискретное множество не прямая. Вот. Значит, это не дискретное, а непрерывное множество. Оно прерывное, да. Да, оно как? Оно прямое, есть непрерывное множество. То есть между любыми двумя точками бесконечное число чисел. Бесконечное. Как бы вы близко их не поставили, бесконечно много. То есть это там проглядывает в математике, что тут что-то не все, это так все. Но не более того. Так, а здесь мы совершенно сознательно, если мы... Понимаем, что вот там было противоречие, но оно здесь все равно вылезет, вскроется. Вот оно и вскрывается. Теперь, значит, как это выразить, почему это выразить тяжело Гегелю? Он вот и пытается выразить, говорит, ну давайте рассмотрим то бытие в видимости, которое есть, мы его должны взять с отрицанием, как момент. Что значит как момент? Как вместе с его отрицанием. Бытие как момент. А отрицание? Отрицание как удерживание.
что оно себя сохраняет. А как оно может себя сохранить? Если оно все сохраняет, оно уже начинает выступать как то, что есть. А раз оно, значит, оно не просто есть, оно лишь положено. Что такое положено? Что-то оно и есть. Вот книга положена в этом отталкивании. Вот она положена. Она не просто есть, она положена. Сейчас она есть, и сейчас ее дальше будут толкать, она упадет. Но она положена. Ну, раз ее толкают, значит, она положена. Но она положена уже, она есть только в своем отрицании. Я есть в своем ухождении. Или я есть в своем прихождении. Вот такие формировки, если сюда подходит учение о сущности. Почему? Положенным и существенным. А? В чем отличие между положенным и существенным? Положенное это значит с отрицанием. А существенное это просто еще одно наличное бытие. Потому что когда мы. Это такая категория, которая как бы проходная. Вот сначала мы взяли сущность и начали рассматривать, как раньше мы рассматривали. Ну, вот второй том берем, значит, вот им, значит, раз это сущность. Начинаем здесь рассматривать. Как только мы начинаем здесь что-то рассматривать, бытие в сущности, мы видим, что оно, раз оно бытие, то оно не сущность. А что тогда оно? Ну, а тогда, значит, надо взять его отрицание, чтобы было сущности. Да, получается, вот отрицание вроде как уже похоже на сущность. А это что? Так это же бытие это в сущности. А раз оно в сущности, то оно уже не бытие. А оно просто вот получилось уже две категории, одна из них сущность существенная, вот потому что она с отрицанием. А это берется как бытие, значит, она несущественная, отрицание того, которое есть, и все. И Гегель говорит, что это нас вот рассмотрение вернуло в сферу личного бытия. Опять две величины, две категории, есть существенные, есть несущественные. Но на самом деле и существенное, и несущественное – это чего? Это сущность. Есть одна только сущность, и это лишь моменты этой одной сущности. Поэтому дальше мы, когда начинаем разбираться, что вообще бытие надо брать с отрицанием, а отрицание при удержании все равно остается отрицанием, но оно только с отрицанием является лишь, так сказать, через тоже как бытие, потому что мы констатируем его факт, что оно есть, это отрицание. И получается, что все время берется отрицание, все, что мы не схватили, все, что здесь не появляется, все надо брать с отрицанием. А потом он говорит, не дело не в том, что мы будем брать, а то, что оно, вот, оно по своей природе, отрицательную природу имеет, все категории сущности, они могут взять ты только в своем отрицании. Ну, раз вы собрались сущность забраться, ну, как бы вы смотрите вглубь, это все не на виду, но тут не забывайте, что это все в глубины, а не на виду, все с отрицанием. И поэтому... И получается... Существенно, а по отношению к чему-то третьему. То есть это внешнее. Нет, существенное, существенное. Вот две категории друг к другу. Существенное или несущественное. Одно существенное, потому что оно взято как бытие, а другое несущественное потом, поскольку оно взято как отрицание. Вы хотели его взять в форме сущности. Но получилось, что это просто раз они друг с другом связаны одним отрицанием, то это два бытия. А как вы? То, что существенно для они того, выглядят как два бытия. Они выглядят как два бытия. Но раз вы вспоминаете, что они все-таки в сфере сущности все это происходит, они не два бытия, а лишь моменты самой сущности. Вы же в сущности их рассматриваете. То есть существенно. Это моменты сущности. Да. При первом рассмотрении. А потом вы дальше начинаете глубже рассматривать. И приходите уже к тому, что раз все приходится брать с отрицанием, получается бесконечное движение. Ну, что бы ни появилось у вас, любое какое-то конечное, любое бытие, оно взято с отрицанием. Вы не можете остановиться и сказать, что, ну все, все, разобрались. Когда была вот тут, вот почему Гегель говорит, не может быть так вот, тогда конец, граница, предел замыслования, все, они там разделились, конечное, нет, иначе вы к конечному попадаете. Все с отрицанием. А раз с отрицанием, то это вот бесконечное движение. Рефлексия – бесконечное движение. Вот это бесконечное движение называется сущности в начале, которое мы рассматриваем, еще ничего не дифференцировав, а то, к чему мы приходим, что сущность есть бесконечное движение. А если бесконечное движение одной и той же сущности, это что? Это самодвижение. Это самодвижение. Вы хотели получить самодвижение? Вот вы его получили. Это самодвижение.
Обращаю ваше внимание на пункт С, чтобы вы заглянули чуть выше на строчку и увидели там, в этом самом самодвижении сущность есть рефлексия. Вот первый раз появляется слово «самодвижение», которое Ленину очень нравилось. Самодвижение, самодвижение. Не какой-то внешний толчок. Не я толкнул Дениса Борисовича, не Денис Борисович меня толкнул. Не я толкнул книгу Дениса Борисовича, не книга Дениса Борисовича стукнула меня по голове. А вот Денис Борисович сам при себя изучает науку логики. Это самодвижение. Вот я изучал его логику и обнаружил, ну, что различие между существенным и существенным снято. Различие есть внешнее положение. Внешнее. Поэтому оно и снимает. А как только вы это обнаружили, как только вы обнаружили, вы это снимаете. В сущности третья. Все это в сущности. В чем все третье? Вот в самой сущности есть различие между одним и другим. Между бытием, как моментом, и отрицанием, и лишь как удерживанием. В третьем сущности нету. Вот это, что такое рефлексия? Это сущность. Еще хочу вам вторую мысль сказать, которую я пытался уже на нескольких занятиях проводить, но то ли я плохо проводил, то ли вообще это непонятно. Но я хочу сказать, что вот все уже изучили, как опереться на свои знания в сфере наличного бытия. Вот вы уже знаете, что такое определенность, Денис Борисович. Помните определенность, что такое? Ну, Герасимов помнит, Иван Михайлович. Качество. Определенность. Это не подсказывайте. Бытие. Так. Бытие таким образом, что конкретно соединяет. Да. Бытие. Да. То есть вы должны, вот определенностью является некое отрицание. Правильно? Вот есть бытие, его отрицание является определенностью. То есть что-то, если мы хотим что-то определенное получить, надо взять какое-то отрицание. Правильно? Вот посмотрите. Вот книга. Какого цвета страница, товарищ Гавшин? Белая. А? Белая, но и черное было отрицание. Не надо то, не надо это. Две буквочки. Не надо путаться в показаниях. Какого цвета страница? Белая. Вот, спасибо. Ну, с отрицанием. Да. Да? Вот. Значит, для того, чтобы это была книга, надо белое должно быть зачернено. Или, если в газете это называется выворотка, на черном фоне вдруг белыми буквами пишут. Или темное, но осветлено. То есть отрицание, то есть определенность есть отрицание. Это у Спинозы уже еще не как определенность сформулировано, а хуже. Но все равно написано, определение есть отрицание. Ну, Гегель это отточил. Определенность есть отрицание. Вы что-то хотите узнать о сущности? То есть вам что-нибудь определенно надо? То есть вам надо отрицание сущности. Усмотреть в самой сущности. Правильно? В наличном бытии. В сущности же есть определенность. Но раз в сущности есть определенность, то она отрицание по отношению к чему? К бытию или к сущности? К отрицанию. Я не знаю. Сущность-то есть отрицание. Это у вас в сфере бытия. Вы брали к бытию отрицание. Вот Иван Михайлович совершенно четко процитировал, что небытие, принятое бытие. Так что конкретное целое имеет форму бытия, есть определенность. То есть это определенность, это отрицание бытия. Допустим, вот сидит Борис Николаевич, а видите у него вот этот свитер светлый. Свитер согласны, что это не Борис Николаевич? Борис Николаевич, вы не выйдете тогда, что это не... Согласны, что это не вы, вот свитер? Или вы свитер? Нет. Нет. Но еще никто с вас не снимает с ветра, но пока подкрадывается к этому. Да, уже чувствуется. Уже чувствуется. Уже расположился. Но это не вы. То есть это ваше отрицание. Ну, раз не вы, это значит ваше отрицание. Более того, и нос – это не вы. Потому что если вы скажете, что вы нос, ну, это будет уже из Гоголя. Но нос – это не отрицание. Нос – это ваше отрицание, Иван Михайлович. Потому что вы не нос. А нос – это не вы, Иван Михайлович. И голова – это не отрицание. Да, и голова – это отрицание. Определение определенности есть слово «форма». Нас нет слова форма, конкретное слово имеет форму бытия. Форма бытия – это вид бытия. Имеет вид бытия. Форма здесь не в смысле формы, а в смысле там, в каком виде оно. В виде бытия или в виде… Тут мы не можем говорить о форме в смысле формы, потому что в смысле формы – это категория обучения о сущности. Здесь это вид такой. Если от вас нос отрежут, это уже будет не совсем вы. У вас характер изменится и все. Ну и нос перестанет. Если мне нос отрезут, у вас характер изменится. Короче говоря, что здесь получается? Мы уже привыкли, чтобы что мы получилось что-то определенное, надо что-то светленькое зачернить или что-то темненькое забери. Так? Привыкли. Мы привыкли, и целая книга такая толстая. И чем больше мы изучали это учение о бытии, тем прочнее у нас это было. Мы сюда приходим, а здесь
У вас вот не форма, а вид. Вид вот всех категорий здесь какой? Перед сущностью небольшой. Ну, в виде чего выступает категория среди сущностей? В виде отрицания. Это снятое бытие, снятое отрицание, в виде отрицания бытия. То есть, короче, в виде отрицания. Так вы хотите к этому отрицанию теперь приделать определенность. Вы хотите отрицать отрицание и тем самым что-то увидеть. А что будет, если вы это самое будете отрицать отрицание? Наличное бытие. Нам не важно, чего нет. Но вы хотите также в такой же схеме получить отрицание. Это правильный ход, правильный. Ну, потому что вы уже заучили, что такое определенность. Мы в конце концов, хоть в снятом виде, то и вычленное личное у нас тут есть. Значит, отрицание. Берем отрицание к отрицанию. Что получаем? Ну, а бытие получаем. А бытие тут нельзя. Остановиться. Положено. Не положено. Гегель не пугается. Пугается. Он сразу говорит, раз мы здесь получаем бытие, опять беремся отрицанием. И что получаем в итоге? Опять отрицание. И все время отрицание, отрицание. Вот и получаем мы бесконечное внутреннее движение. Но это самое движение, раз мы здесь раз отрицание, это волюнтаризм наш. Что? Это уже наш волюнтаризм. Это не ваш волюнтаризм. Ваш волюнтаризм может быть в том, что вы не рассматриваете это как бесконечное отрицание, а хотите на чем-то остановиться. Вот в чем ваш волюнтаризм. Вы хотите остановить бесконечное движение, а все есть бесконечное движение. И наша жизнь бесконечное движение, и каждый предмет бесконечное движение по сущности своей. Вот эта книга по сущности старей, и скоро ее читать нельзя будет. И так уже ее, так сказать, я ее затер. Но со временем, вы понимаете, вы видели бы книги, которые 300 лет. Это очень большая редкость. А вот эти книги вот «Наука логики», и так они уже редкость, они все в отрицании, уже не подаются «Наука логики». Значит, как только начали изучать, как только они стали бытием, только насущной книгой людей, они сразу исчезли из продажи. То есть вот, пожалуйста, вам отрицание как раз вот в чистом виде. Хорошо, а тогда появилось некое бытие. В буквоеде вы можете заказать за 400 рублей, и вам нашлепают вот такую книжечку за 400 рублей, учение о бытии нашлепают по заказу. То есть не так, что вот они издадут там 10 тысяч экземпляров, вы будете покупать. Нет, вот придет Шабас и скажет, а мне дайте мне на уфологии первый том. Хорошо. Платите деньги, получайте. Вы при капитализме живете, вот он, на уфологии первый том. Второй том. Нам не плевать, что вы изучаете сущность или не сущность. Давайте деньги, получите учение о сущности. Третий том. Платите 400 рублей, я тут копейки не учитываю, там немножко разные цены. Ну, в пределах вот этого. И, пожалуйста. Вот, они вот делают вот это. У нас ее попросите, не доплатите, вам сделают из другого. Так что это нет проблем теперь. Они делают переплеты, все красиво. И правда, это большая книга получается, А3. Но читать хорошо. А? Да, А4. Так. Так вот, что получилось, обращаю внимание на то, что вот наше, ну, как бы, перенесение того, что мы делали в сфере «я», надо делать с отрицанием. Получается, что отрицание к отрицанию, вот в чем, а раз отрицание к отрицанию и отрицание того бытия, которое получается в итоге, поэтому получается бесконечное отрицание, то есть все время отрицание. Так вот, на самом деле, сущность так и устроена, и вывод, который мы должны делать, сущность так и устроена, любая сущность. Она вся, так сказать, состоит в бесконечном самодвижении. Можете вы привести пример такой сущности, которая бы не была вот в этом бесконечном движении, которая была мертвечиной? Вот сущность открываешь, а середину вот. Так а где? У нас даже... У нас даже... Которая была бы не в движении, была бы мертвечиной. А вот этот предмет... Где вообще видимость? А потому что оно снято, Иван Михайлович, все. Нету. Вот теперь-то мы уже знаем, что его нету. Оно есть только в отрицании своем постоянном. Вот. Значит, движение есть, раз оно отрицание все время. Да, есть, но вы до него до этого додумались движение, когда пришли к сфере, когда отрицали это бытие. А человек спрашивает, а есть оно или нет? Вот вам и говорят, так вы еще не знали, что вы его отрицали? Все. Вы его сняли. Вот, товарищ Шабасов. Я, говорит, не знаю, я тут присутствовал на кружке. Оно снято, все. Все снято. То есть вы можете его рассматривать как не снятое временно. Но это все равно не мертвечина, даже если мы его сняли. Не мы его сняли, оно себя снимает, а мы это только осознали. А у вас субъективный идеализм. Вы его сняли. Интересно, вы как его сняли. Не вы его сняли, а вы осознали, что оно себя снимает. В ходе логического развития, логическое развитие бытия приводит к мысли о сущности. Вот. Сущность, а бытие выше не будет.
Вы поняли, что бытие лишь видимость? То, что вы изучали несколько лет, это лишь видимость. И не надо задаваться, что мы это знаем. Это учение о сущности – это холодный душ. Когда мы изучали нечто и внезапно узрели, что оно всегда только изменяющееся, может быть, там не было движения уже? Движение было. А вот с самого начала есть переход. А оно это движение, чем кончилось-то? А вы что, не договариваете, Кирилл Ларий? Чем кончилось это вот? Нечто иное, потом нечто иное. Нечто есть в себе и становление, а потом два нечто получилось. Два нечто как становление, потом граница, потом конечное появилось. Конечное появилось. Хорошо, слава Богу, что потом бесконечное появилось и вобрало в себя это конечное. А то сначала было совсем плохо. Бесконечное? Да. Да, оно перешло в количество. Количество – это мертвечина. А там нет, там безразличная граница, там так вот, а все равно больше, меньше ничего не значит. Но потом выяснилось, что это значит, что уже количественные изменения приходят к качественным скачкам. Но хоть эти скачки и есть, то через все вот это проходит что-то одно. А что одно? Вот то, что не изменяется в этом изменении, так сказать, сохраняется, несмотря на эти качественные изменения, это что такое? Вот это вот и есть сущность. Вот в этом смысле оно движется, но к сущности. Логически движется к сущности. Или, если вы извне пытаетесь познать, то есть разумом, тогда вы двигаетесь в своем познании к сущности. Но логически категории, вот от категории бытия есть движение к сущности, а от сущности движение уже какое? Снова уже теперь к бытию, но уже к какому? К такому, которое есть отрицание сущности. И вы снова придете к бытию в третьем томе. Придете. Да, потому что вот это вот понятие, через которое просвечивает сущность, это понятие. Бытие, через которое просвечивает сущность, это понятие. Так вот я обращаю внимание, что почему тут вот заговорил он о бесконечном движении, потому что это сбивает, ну как это изучать бесконечное движение? Ну это формально так получается, потому что раз бытие должно быть взято с отрицанием, то вы не можете остановиться. Все время идет отрицание. Нет тут остановки. Ни логической остановки тут нету. Поэтому рефлексия – это бесконечное движение. Или самодвижение. И вот в этом секрет. А потом, смотрите, вот здесь... Логической остановки нет, мы бы так окрутились бы, и никуда к понятию не пришли. Как-то вот это вот... Да. Что? Если нету логической остановки, то нет. Мы бы так и крутились здесь. В сущности никакому понятию мы не пришли. Почему? Раз нет остановки, вы и пришли к понятию. Но если бы вы остановились, вы бы к понятию не пришли. Остановка у вас может быть только в одном, что вы еще не дошли до учения о понятии. Угу. В этом и остановка. А само по себе движение логическое приводит к понятию. Вот вся эта книга – это дорога к понятию. Вот это дорога. Бесконечное движение логическое. Да, вот это бесконечное движение в том смысле, вот это бесконечное движение приводит к понятию, в котором это бесконечное движение есть как некое его содержание. В понятии оно остается, оно же никуда не делается. Если понятие – это конец, какое же тогда? Что? Если понятие – это конец, то какое? Понятие – это не конец. Это только начало вашего. Мы не пришли. Кто это? Во-первых, вы не пришли. Во-вторых, мы не пришли. А в-третьих, как же это конец? Понятие – это. Это бытие, через которое просвечивает сущность. А сущность бесконечна. Поэтому вы через понятие будете изучать бесконечно. И оно бесконечно отражает бесконечную действительность. Можно понять. Это понятие – это не слово. Я раньше думал, что понятие – это слово. Что кошка – и все. И это, а понятие кошки – оно тоже бесконечно. То есть оно включает в себя содержание, и все. Содержание, оно все время меняется. Понятие более богатое, чем понятие более богатое, чем понятие более богатое, чем сущность. Со всеми ее категориями. Почему оно более богатое? Потому что оно все их включает. То есть определение. То есть там и содержание, и явление, и закон, и действительность. Все есть в понятии. Но оно есть в снятом виде. Оно выглядит примерно так. Роза есть растение. Вот подумайте над этой фразой. Я вот забегаю вперед в сферу понятия. Роза есть растение. Вот люди, которые это пишут, они даже не задумываются над тем, что здесь написано. Слева роза, а справа растение. Конечно, роза есть растение, но не всякое растение роза. Поэтому никакого равенства здесь не может быть. Не может быть. А вот тут при равной розе есть растение.
Ну, растение это вообще любое. То есть вы какое-то единичное приравниваете к всеобщему. На каком основании? Вы единичное. Что это за равенство такое? Вот математика такое равенство исключает. Математика такое, формальная логика исключает такое равенство, чтобы... Ну, это же не равна. Роза не равна растению. Потому что под понятие растения подходят все цветы. И не только цветы. Но растение – это понятие. Но это и не есть понятие. И роза есть понятие. И роза есть понятие, потому что роз бесконечно много тоже. И будет их бесконечно много, они бесконечно развиваются. Сама порода этих роз, она все время развивается. И их все время изобретают. Даже чернильные розы скоро будут. Понятие это может быть любое. Но просто в этом вот, это вот то, что я взял, суждение. А форма суждения означает не так. Я вот сейчас подвожу дело к тому, зачем нам этот весь разговор сегодняшний, почему он так важен. А потому что после него такая драгоценная вещь идет, как творчество и рефлексия. Вот эту бесконечную рефлексию, он в ней выделяет, Гегель в ней выделяет, во-первых, творчество, то есть равенство рефлексии с собой. Да? А как оно будет равно с собой? Только как с неравной. Творчество может быть только как творчество различного, потому что здесь все время отрицание. Творчество только как творчество различного. А различие? Ну, если различие, тоже же отрицается. А раз различие отрицается, различие так как различие тождественного. И только так. Вот мы равны, можем быть тождественны здесь, как участники кружка, только потому, что мы разные люди. Потому что если бы мы не были разные, то вот сидел бы я, говорил, я, вот Попов Михаил Васильевич, равен Попову Михаилу Васильевичу. Мне никто не нужен для того, чтобы я проводил кружок. Нужен только Степан Степанович, который будет записывать. И все. Но это тогда не будет кружок, это будет там это театр одного актера или лекция в пустом зале. Но для того, чтобы это был кружок, мы должны быть разные. А разность разные. Разные – это когда не важно, чем разница. Или разные – и все. А если уже известно чем, тогда различные. Это уже различие. А различие, вот мы тут положенность говорили, то, что берется в отрицание. А есть противоположность. Раз они различны, то они противополагаются. Потому что одно то же, что другое различное. Раз противополагаются, вот, но они находятся же в единстве. В единстве. А единство противоположности, что это такое? Борис Николаевич, это точно вы знаете. Единство противоположности, говорите, что такое? Не знаете, что такое единство противоположности? Позор. Константин Константинович, вы не знаете, что такое единство противоположности? А не противоречие или это? Кирилл Ильич, а как могут быть едины противоположности иначе, как в виде борьбы? Поэтому ваше замечание правильное, но излишнее. Нет, то есть, если вы хотите подчеркнуть это, я согласен. Но как могут еще, как могут быть, Ленин так сказал, как могут быть едиными противоположности в борьбе? Поэтому вы можете написать единство противоположностей, а можете написать единство и борьба противоположностей. А Ленин больше говорит, раз противоположности могут быть в единстве только как борющиеся, то борьба абсолютно, а единство относительно. И прямо формулирует абсолютность борьбы и относительность единства. Но относительность единства не исключает его, а предполагает. Исключает наличие единой России. Тоже строение различия всегда предполагает наличие чего-то третьего. То есть различие является, этим третьим является сущность. Потому что все это тождество и различие не существует где-то на небе. А это все это категории, это моменты сущности. Она поворачивает. Сущность поворачивается то как тождество, то как тождество, то как различие. Никак иначе. Это все это рефлексия. Да. Так мы я и говорю, что вот следующий ход. Вот мы изучаем бесконечное движение, и в этом бесконечном движении надо видеть тождество, рефлексию как бесконечное движение, и различие. Вот давайте эти два момента зафиксируем. Они формально зафиксируются как тождество, как равенство неравных и как неравенство равных. Как различие. Ну, чтобы говорить о различии, мы вот люди с вами. Раз люди, значит мы не равны. Потому что мы разные люди. А вот утверждать, что называется тавтология? Утверждение, когда одно и то же повторяется. Гавшин – это Гавшин. Герасимов – это Герасимов.
Дегтярев – это Дегтярев. Много мы продвинулись. Лучше уж тогда давайте будем говорить Попов – это Попов. Ну и далеко мы пройдем. Далеко мы так уйдем. То есть это вот отрезвляющая речь, Гегель говорит, это пустая речь. Весь смысл речи в том, чтобы отличать все время. Все, вот он скажет что-то, а потом он берет различие. Вот когда он берет различие, тогда в этом что-то можно различать, и есть какое-то содержание. А если нет этого различия, это вот елка, это елка, бревно есть бревно. Вот вся тогда деятельность, все изречение этих слов состоит в одном, что бревно – это бревно. Никто не будет эту слушать, эту вот отождествляющую речь. На самом деле кажется, что вот люди показывают вам отождествленность, а люди на самом деле только и делают, что показывают различия. Различие чего? Чтобы было различие, это было различие тождества. Мы разные люди. Вот когда я уже говорил каждый раз, говорю этот пример, когда люди разводятся, они говорят, мы разные люди. А когда вы женились, вы думали, вы одинаковые? Конечно. Два уха у всех. Нет, одинаковые сейчас. Одинаковые сейчас гомосексуалисты создают браки. Вот это. И то они разные. Один активный, другой пассивный. То есть вот эта третья, это та вот сфера, в которой мы находимся. Это мы находимся в сфере сущности. Это вот, то есть это не то, где то выскакивает из этой сферы, и различие выскакивает отсюда, а то ли свое различие, то эта сущность сама поворачивается. Как тождество или как различие. Или вы ее сразу с разных сторон рассматриваете. А когда они снимаются, значит сохраняются в отрицании. Снимаются, не уничтожаются, не растаптываются. Вы не можете, как бы вы ни топтали там красное знамя, оно будет красное, но затоптанное. Все равно. Невозможно это уничтожить. Ничего невозможно уничтожить. Вот в этом смысле, как вот можно понять время? Время и историю, оно... Почему, вот, можно сказать, старина в одном направлении обратно не идет? Потому что если вы снимаете, все то, что снимает предыдущее, является его снятием, содержит в себе все предшествующее развитие. Галактики мы рассматриваем, там, планеты, человека. Так? Если вы рассматриваете там Денис Борисович себя, то вы снятые родители. Родители снятые их родителей. И весь род, и куда мы тогда идем? Мы далеко дойдем. То есть в полном коммунизме мы будем иметь в снятом виде все предшествующие первобытные общинные коммунизмы. Но в снятом виде. То есть мы вот при полном коммунизме наступает тогда, когда он внутри себя отрицает уже частную собственность. Не так отрицает, что он воюет в гражданской войне, а внутри себя подавляет уже. Вот хотел мне Борис Николаевич только себе там взял и задавил себе это чувство. Вот это и есть отрицание. Оно никуда, оно остается в снятом виде. Рабовладельческий строй более богатый, чем первобытный коммунизм. Естественно, конечно. Ну а как, он снятый, он же снятый. А как его него снять? Он богаче, чем рабовладельческий строй. И поэтому, скажем, говорит, вот хороший коммунизм первобытный, а это плохой. Как? А вот культ развития культуры, науки, искусств, без которых дальнейшее движение вообще невозможно, оно базируется на разделении труда. А без разделения труда не пойдешь вперед. Но оно содержит в себе этот коммунизм. А раз оно содержит, значит, этот коммунизм снова себя проявит. Сначала. Поэтому в другом месте, скажем, не там, где Маркс и Энгельс пишут о пяти формациях, а в другом месте они говорят, можно считать всего их три. Первая формация – это коммунизм непосредственный. Потом его отрицание, рабовладение, феодализм, капитализм. Строй частной собственности. Эксплуататорские формации. Или эксплуататорская большая формация. Отрицание коммунизма, который в сущности останется. В каком виде? В отрицании. И, наконец, коммунизм как какое отрицание? Как бесконечное отрицание частной собственности. Бесконечное. Не значит, что не будет частнособственных попыток, позиций, мыслей. Так? Но смысл коммунизма в том, что он уже их постоянно их отрицает. И если он не может их внутри себя отрицать, они тогда выходят отдельно и совершают контрреволюцию. Если он не может их отрицать. А чтобы их отрицать постоянно, между прочим, надо науку логики изучать. А у нас товарищи решили, что можно не изучать. Кого бы мы после Ленина можем назвать из партийных руководителей, которые изучали бы науку логики? Кого? Никого. Никого. И это факт. И поэтому... А Ленин не подавали в вузах? Нет. Но вы издавали же? Издавали.
Ее издали вот в 30-х годах, в конце 30-х годов. И это, так сказать, вот великое дело. Собрание, не полное, собрание сочинений. Нет. Собрание сочинений было в 30-х. Собрание сочинений было издано. Вот, скажем, в 37-м году памятном было издано, именно «Наука логики» была издана. И пятый, и шестой том собрания сочинений. Всего было 10, да? А? 10 было там. Всего больше. Больше. Как минимум 12 точно я видел. А у вас оно, у меня почти все есть. Почти все есть, но есть в публичке, пожалуйста, там. Ну, библиотека. Библиотека. И на сайте Московского отделения Фонда рабочей академии висит, кроме вот этих, висит и собрание сочинений Гегеля в полном виде. Там все, можно скачивать любой том и смотри. Да, у нас размещено. Это размещено. Поэтому, вот, так сказать, уже такого вот не может быть, чтобы это не найти. А есть читать его, есть смысл читать его, кроме науки логики? Или там скорее... Если смысл читать, конечно, есть. Но еще больший смысл разобраться в науке логики. Потому что все равно, так сказать, мы упираемся здесь в проблему времени. Вот я хочу сказать, что есть книги полезные, и в них много хороших знаний, и познание бесконечно. А обобщающих работ в любой науке, ну, одна-две. Ну, в химии, слово, на какую назовете бы, кроме Менделеевского, этого самого таблицы периодической системы Менделеева, что можно сказать, что вот обобщающая работа в области. Политэкономии, кроме капитала, ничего же нету. То есть есть по всяким специальным разделам что угодно написано. И полезно во многом. А вот Ильмиев, потребительно-стоимостная теория, это... Тоже можно сказать, что это вот новый поворот очень большой. Это крупная идея, хотя обобщающая, он попытка построить на этом, вот, на том, что не на стоимости построить, а на экономии труда. Не на затратах труда построить всю теорию, а на экономии труда. А экономия труда, вот я сначала очень удивился этому, а потом, когда я увидел на конференции в Калининграде, что они потом раз и заговорили от экономии труда, пришли к свободному времени. Это же другая сторона свободного времени. Если вы труд сэкономили, значит вы свободное время получили. Интуитивно, вот так все надо смотреть. Делает что-то, он это думает, да. Сэкономит труд. Да. То есть обобщающие произведения вообще это очень большая редкость. Вот и во всех произведениях Гегеля, например, ну вот я перед тем, как читать «Науку логики», прочитал «Феноменологию духа». Первый раз прочитал, вообще ничего не понял. Ничего не понятно. Так а сейчас студентом будучи? Ну, вот уже нет, уже не студентом, после аспирантом. Потом, знаешь, я прочитал второй раз «Феноменологию духа» и понял очень важные вещи, что вот как он вот подходит все-таки, как вот человек постигает мир. И его и твердо, наперво запомнил, что есть три формы постижения мира. Религиозная, которую надо дание этому отдать. Это же постижение мира. Постигали в такой форме мир? Постигали. Вот так мир устроен. Как, смотри на небеса и поймешь, как он. Хотя на небесах рисуется то, что здесь. Раз. Второе, значит, это в образах. Все искусство, вся культура. Она построена на постижение мира в образах. Что культура? Искусство, да, культура – это накопленный опыт, в том числе, да, и, да. Но это производство. Наука, да. Это если вы берете, конечно. Но если вы берете искусство, собственно говоря, искусство, да, как постижение в образах. Постижение в образах. Ну, вот. А что значит постижение в образах? Раз в образах, то здесь вы не можете это буквально передать в каких-то понятиях. Потому что вы смотрите одну и ту же картину, а словами разными описываете. Вы можете пойти на один и тот же концерт, мы с вами рядом сидим, я думаю о том, как у меня что, как на крусте что делать, а вы думаете о том, как вам что лечить. И при этом у вас музыка отдохляет, и у вас лучше все получается. А как может, разве можно буквально какими-то словами передать? Хотя там книжечки раздают, там какие-то бумажки, говорят, вот философия этой музыки такова. Это ерунда. Никакой там философии музыки нету. Потому что музыка не философия. И, наконец, постижение в понятиях, как Гегель говорит, высшая форма постижения мира. Вот Гегель дошел до этой высшей формы постижения, он отдал дань эстетике, есть работы по эстетике у него, и всяким другим разным произведениям, какие в то время были, так сказать, ему доступны с точки зрения развития соответствующих сфер наук, потому что есть у него и философия духа, и философия истории,
Ну и могла быть научная быть философия истории, когда еще не был разработан исторический материализм. Не могла. И поэтому это замечательное произведение, в котором много всяких мудрых мыслей. Но в целом вся история – это просто порождение идеи. Идея породила войны, идея породила эксплуатацию, борьбу с эксплуатацией и так далее. И все это, конечно, неверное в целом изображение, а в частности верное. То же самое там философия права тоже получилась. Вроде как Гегель, великий человек, как все это сделал. И это, так сказать, навсегда, вот это навсегда. Ну а философия права, ну просто, как даже удивительно, как такой человек, вот, сказал бы, умный, великий, и такой пишет ерунду. А почему ерунду? А потому что все разорвано, там нет никакой логики. И все сводится к тому, что вот поскольку он был уже профессором, одно время ректором университета Берлинского, то вот он, значит, вот он поддерживает прусское государство. Говорит, вот оно и вершина всей государственности. Вот это все и квинтэссенция этого философии права. Поэтому что значит? Ну, читать можно. Вот я прочитал, и что? С грустью. И вернулся к этому, потому что это применимо ко всему. А то, ну, это вот какой-то был такой период, когда думали, что прямо из науки логики, из диалектики, думал, он прямо выведет что-нибудь, относящееся к обществу. Для этого надо отказаться от идеализма, во-вторых, а потом и создать еще исторический материализм. То есть надо понять определяющую роль производства. Поэтому без того, что сделал Фейербах с одной стороны и Маркс и Энгельс с другой, никакого учения об обществе глубокого быть не могло. Поэтому уж если изучать, то зачем тогда изучать вот эти работы Гегеля, когда лучше изучить эти работы Маркса по этим вопросам. А вот по науке логики никакой Маркс себе не приписывал, что он создал. И прямо говорил, Гегель мой учитель. Что тут непонятно? Если Маркс говорил, Гегель мой учитель, то ничего обидного для нас нет. Что если для Маркса он учитель, а почему он для нас не может быть учителем? Я говорю, что я буду изучать? Ну не изучай. И будешь ты стоять не на высокой горе, а где-то в яме копаться, в какой-то грели научной. Вот так стоит вопрос на сегодняшний день. Значит, то, о чем сегодня шла речь, сводится к тому, что очень важно понять особенность вот этого учения о сущности, в чем особенность его, и в чем особенность определенности, и понять, вот почему именно здесь вот рефлексия, она бесконечное движение и самодвижение. Оно, между прочим, все это нас понуждает, даже заставляет все рассматривать в бесконечном движении и самодвижении. Потому что это то, что относится, как всегда мы знаем, по отношению общих категорий, относится к чему это? Ко всему. Ко всему. То есть только некоторые простые вещи ко всему относились, а это уже очень сложные вещи, они тоже относятся ко всему. Потому что все находится в самом своем самодвижении. Каждый человек находится в своем самодвижении, общество находится в самодвижении, государство находится в самодвижении. Нет ничего такого, чтобы не находилось в своем самодвижении. И даже обыкновенные простые предметы, вроде стола, они, скажем, стареют, и это есть их собственное самодвижение. А некоторые, например, деревья, в которые заходят минералы, я не знаю, вот не видели их, я вот был в музее горного университета или института, и там есть окаменелые деревья. То есть вот так вот зашли минералы и пронизали все деревья. Уже деревьев тех нет, а он так из камней, деревянных камней, вот слово получается дерево. Потрясающая красота явления. Находится в движении. Я сказал, что уж ну, вот такое мертвое, и вдруг оно вот так проникло и прошло. Ну вот, можно считать, что вот сегодняшнее наше занятие и призыв к тому, чтобы, так сказать, с новой силой заняться вот внимательным изучением учения о сущности, потому что если оно будет потом в снятом виде взято, то тогда и получится учение о понятии. А если мы это не постигнем, то как бы учение о понятии провисает. Нельзя возвратиться просто к бытию, если пойдете, то это тогда реакционный возврат. Назад просто пошли. А вот если мы сняли учение о сущности, то вы можете отдохнуть от этой вот головной боли, но уже это будет отдых после длительного и заслуженный отдых, да. Ну, заслуженный отдых я вас приглашаю. Учение о понятии. Кто хочет отдохнуть, изучайте учение о сущности.